Летел как-то крутой менеджер в самолете по делам, а рядом с ним девочка маленькая сидит, красивая такая с бантиком. Полет долгий, решил менеджер завести разговор. Я слышал, что время проходит быстрее, когда о чем-нибудь беседуешь. Девочка, и о чем же вы хотите беседовать? Менеджер? Ну, я даже не знаю. Может о глобальном потеплении? Девочка, хорошо, только вот скажите сначала. Например, на лугу стоят овечка, коровка и лошадка. Они кушают одну и ту же травку. У овечки какашки такие маленькие и круглые, у коровки лепешками, а у лошадки такие крупные и комками. Вы не знаете почему? Менеджер. Нет, девочка, не знаю. Девочка. Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в говне не разбираетесь? Сын подходит к отцу и спрашивает. Папа, у меня к тебе два вопроса. Отец отвечает. Да, сынок. Мальчик продолжает. Первый, можно ли мне получать побольше денег на карманы и расходы? а второй, почему нет. В школе разговаривают два ученика. Первый говорит, Вовочка, а что это за тетенька, которая часто к тебе домой вечером приходит? В ответ слышит, да встречается тут одна со мной. За деньги? Первый недоуменно. Проститутка? Вовочка, улыбаясь. Нет, репетитор по математике. В школе учительница спрашивает ученика. Вовочка, а как познакомились твои родители? В ответ слышит. В деревне, на дискотеке. Учительница. Как романтичную. Вовочка продолжает. Да ничего особенного, просто мама не танцевала. И папа попросил ее помочь толкнуть трактор. Учитель химии спрашивает ученика. Если я положу свои часы вот в этот раствор, как ты думаешь, они там растворятся? Ученик отвечает. Нет, учитель. Отлично. А почему? Ученик. Потому что если бы они там растворились, вы их туда бы не положили. Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил. «Мама, неужели ты не понимаешь, что эта шуба – результат ужасных страданий бедного несчастного животного?» Мама посмотрела на Вовочку и строго ответила. «Как ты можешь так говорить о родном отце?» Священник говорит жене. «Сегодня я осчастливил семь человек». Обвенчал три пары. Жена отвечает. «А седьмой кто?» «Священник. Но я же не бесплатно это делал» школе. Учительница говорит, сегодня у нас контрольная. Блондинка спрашивает, а можно пользоваться калькулятором? Учительница, можно? Другая блондинка спрашивает, а циркулем? Учительница удвленно, можно? Итак, запишите тему контрольной, отмена крепостного права.